11 июля 2023 года работники холдинга «Сибзолото» собрались на соревнованиях, приуроченных ко Дню металлурга, чтобы определить самых лучших в четырех номинациях. Первыми на полигон выходят машинисты экскаватора. Следом стартуют машинисты бульдозера, затем выявляют лучшего из водителей фронтального погрузчика. После смены локации с перемещением на берег одного из технологических водоемов отстойников прошло состязание промывальщиков геологических проб. Несмотря на то, что успех в данной номинации во многом зависит от случая, мастерство также объективно оценивало жюри по нескольким строгим критериям во главе с главным механиком Виталием Тверетиновым, главным инженером Александром Скипко и начальником буровых работ Ярославом Ищенко. Со стороны работа промывальщиков выглядит менее зрелищно, чем у их коллег-машинистов, но конечный ее результат – самое настоящее чистое золото. Конкурс профессионалов компании «Сибзолото» показал, сколько труда, старания и мастерства требуется для того, чтобы добыть драгоценный металл, без которого нельзя представить нашу жизнь.